За перевозки на этом маршруте отвечает компания «Рантранс». И именно к ней у пассажиров появились вопросы. Один из насущных – это необоснованное повышение стоимости проезда. Примерно за полгода она увеличилась на 30%, с 40 до 55 рублей, что значительно ударило по кошельку. В своих обращениях мы просто просим, что, конечно, урегулировать вопрос со стоимостью проезда, а во-вторых, ввести на данный маршрут второго перевозчика как альтернативу, чтобы создать здоровую конкуренцию, чтобы не было именно монополии. По телефону мы попытались связаться с представителями компании «Рантранс» и разобраться в ситуации. Давайте мы не будем сейчас, пожалуйста, с вами что-то выяснять. Как вы говорите, записывается. Я не хочу, чтобы неверно мою информацию преподнесли. Пожалуйста, пришлите письмо на почту rantrans@bk.ru, и мы постараемся вам ответить. И такое письмо было написано. Ранее жители микрорайона отправляли многочисленные обращения в различные инстанции, такие как Министерство транспорта Московской области, губернатору Московской области, а также Федеральную антимонопольную службу. Ответы приходили. К сожалению, это, ну, по сути, можно назвать формальными отписками, потому что Министерство транспорта просто нас уведомило, что перевозчик работает по нерегулируемым тарифам. И все. Данный вопрос по-прежнему остается открытым и поставлен на контроль администрации президента. Пообщавшись с жителями микрорайона, мы узнали и о других проблемах. На этом маршруте есть особенность, что после 5 вечера отменяется расписание какое-либо движение автобусов, и они ездят по так называемому заполнению, когда автобус, все сидячие места заняты, и тогда автобус едет по маршруту. Еще один больной вопрос – выдача билетов водителями. Вернее, не выдача. Билеты не всегда выдают. То есть, если карта стрелка, то билет выдают. А если наличными, то нет. По этим пунктам также были направлены обращения в озвученные ранее ведомства. Но проблема имеет и обратную сторону. Многие пассажиры сами отказываются брать билеты, чем провоцируют халатность со стороны водителей. А я не уверен в защите билета в случае какого-то ЧП того же. Я не уверен, что это будет как-то влиять на то же руководство этой компании. А зря. Ведь любой транспортный билет – это не просто формальность. В первую очередь он является документом, подтверждающим факт проезда. А при наступлении страхового случая дает право получить возмещение ущерба. После оплаты проезда пассажиру обязательно должен быть выдан билет. Если его вам так и не дали или сумма на нем не соответствует стоимости проезда, пожалуйста, сообщите об этом по телефону, указанном на информационном табло в салоне автобуса, или оставьте свою заявку на сайте Добродел. Если каждый пассажир проявит свою личную ответственность, возможно, актуальные вопросы можно будет решить гораздо быстрее. Елена Федорова, Николай Карбанов, «Видное ТВ».